Вот такой вот у меня регистратор Xiaomi 70 Mi 500S, A500S. Такая проблема. Зашел в приложение, нажал обновить, загрузил обновление, обновил регистратор. И теперь после включения каждый раз, независимо от того, стоит он на зарядке или без зарядки, батарея полностью заряжена, он вот так включается и сразу выдает вот такую штуку, что в переводе означает, я смотрел, что прошивка не подходит, пожалуйста, обновите прошивку. Никакие кнопки при включении, вот опять включаю, больше не реагируют ни на что. Вот он включается. Любую кнопку нажимаешь, не реагирует. Все, полностью. Флешку вытаскивать тоже не помогает. Я уже облазил все форумы. Я не знаю, что делать с ним. Как его вернуть к старой прошивке, непонятно. К Wi-Fi он не подключается. То есть с телефона к нему я подключиться и обновиться как-то больше не могу вообще, в принципе. Он не реагирует ни на что. Я не знаю, что делать, у кого может есть такая проблема. Или кто знает, как решить, пишите плиз в комментарии. Я буду очень благодарен. Уже потратил не знаю сколько времени. Не получается ничего.